Многодетную маму Светлану Урусову поздравили с 80-летним юбилеем. Она воспитала 10 детей. Сегодня ее окружают десятки внуков и правнуков. За свой родительский подвиг она удостоена медали, ордена Золотой звезды, мать-героиня и знаком Золотое сердце, а также дипломом Семьи России. О секрете счастья семьи Урусовых Альбина Ламкова. Семья – это моя жизнь. Когда маленькие были, одна цель была – их выучить, поставить на ноги. Когда они вместе, просто есть кому улыбнуться и кого обнять, да, Алика? Да! Вот они когда обнимаются друг с другом, да, это самое большое счастье. Пример крепкой дружной семьи – семья Урусовых. Секрет счастья прост – любовь, взаимоуважение, внимательное отношение, преданность к друг другу. А еще забота о старших и младших, говорит Светлана Алиевна. Словами, нотациями, поучениями это ничего не добьешься, только своим примером. А самое главное, твой каждый ребенок должен знать, что он самый любимый. Вот сколько бы их ни было, каждую пятницу они у меня собираются. Это мое требование, это мое желание, это уже традиция у нас. А все дни рождения мы здесь празднуем. Свой юбилей Светлана Урусова встречает в кругу большой семьи. День ознаменован множеством подарков и искренних пожеланий. Приветственный адрес от главы республики зачитала министр труда и социального развития Динара Камурзаева. От имени многонационального народа Карачаева-Черкесии и от меня лично примите искренние поздравления с юбилеем, 80-летием со дня рождения. Вы – пример истинной матери, героини, воспитавшей 10 прекрасных и, главное, достойных граждан России. Многодетная семья – это источник любви и радости. Каждый день с детьми – особенный дар. Ваше дело важно и ценно, сказала в своем обращении к юбиляру Динара Камурзаева. Вы сегодня олицетворяете ту маму, которую быт не сломил. Да, которую быт не сломил, и вы остались такой же прекрасной, жизнерадостной, задавающий правильный темп и правильный вектор жизни каждому из здесь сидящих прекрасных детей. Спасибо. Для меня, знаете, многодетная семья – это не пустой звук. У моей бабушки 9 детей было, у нас 26 внуков. Светлана Урусова, воспитывая детей, успевала принимать активное участие в общественной жизни республики. Стала победителем конкурса «Женщина года». Награждена медалью материнства, орденами «Материнская слава» первой, второй и третьей степени. За свой родительский подвиг удостоена медалью ордена Золотой звезды «Мать-героиня» и знаком «Золотое сердце», а также дипломом «Семья России». Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.